Здорово, здорово всем, всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас сегодня с вами что? Правильно, у нас с вами сегодня Quorum 2, постараемся сделать марафон побед, побольше очков там фармить, все-таки получится как-то там взять. Короче, не знаю, что за фигня, вот сажусь за комп, проходит минут 10-15, меня начинает просто плавить за ним. Ты уже такой, примить не сильно-то хочется, это временная история. После съемок, и в телефон, кстати, особо смотреть не хочется. Тебя убьют, они сейчас с двух сторон. Була, ты умрешь, уезжай быстрее. Була. Ну конечно. Я еду. Конечно, внутрь просто поднимите все, 60 тп, ставьте для перекрест. Хави минус один. Меня светит, это на зелень скорее всего там. КП они закрою. Едут. Примайте. Едут, похуй. Вас ебейший перекрест. Главное, криспу не пропустить их. Крисп, не дохни. Ну, они сейчас, по идее, тянут машины, чтобы меня закрыть, это правильное решение. Вы просто въебал выйдете на ТТ, кэсками тут можно упасть и убить их. Сейчас, как только у меня две машины засветятся, да, будете это делать, как только две машины. Давай, Левша, я зам. Я понимаю, да, поэтому я говорю, сейчас к нему должна... Я буду отстреливаться еще. До того позря. Она еще пару секунд, когда, да, вообще пару секунд, когда. Добей этого МХ. Это... Семеру. Я заберу семеру. Все. Мне пока нет. Хавика выбивать. Хорошо. Найс. А я тут. А меня возьмут? Сейчас, да, сейчас заберу. Сейчас дам. Нет. Хорошо. Ваншот, бойся клан там. Клан идет. На бот. Бля, чуть не убил Левшу. Нормально. Директор танка. Да, упоролся. Почти. Бля, я почти тебя убил, случайно. А он не пробил меня, кстати. Я стрелял в него. Хотел я убить тебя. И там автоприцел же сбился. Мы втроем его убьем, все, украдет игра на бой. Но я не кидал фаваху, да. Блядь, опять мне. Не, а, кстати, ты где? Ну нормально, танканули двоих. А ты где? Когда? Я тебе помогу, Левша, 25. Все, я ждал. 25. Мы еще один раз выйдем, когда будет заряжена. Ай, Ламер, у меня ПБшка была заряжена, бля. Ну что, Ламер, готов, Крис? Просто самого выеби, блядь. Так мне, я все равно собираю того танка, который до них стоит. Крис, выходим, да? 10 секунд у меня, я потанкую. Давай попробуем. Пошли. Тут Т-100 тоже вроде заезжает. А, ФБ. Меня не пробили два раза. Окей. Давай ФБ-ху. Она уже все откатила. Вы справляетесь, я поеду с ФБ-хой и помогу. Не, ну, я не знаю, вам выиграть тут надо. Я кададим. А к вам ФВК пристроилась. Аккуратно там. Не останусь тут на подъеме, если он за тобой поедет. Да? Сейчас 87 меня ебнут? Нет. А они вдвоем тут? ФВК уехал, да. О, сзади ФВК. Брит сзади. Я задуэлюсь, пойду с ней. А, спасибо, дуэль. Я минус БК, Крисп. Я не вижу, вот. Но... А я покачу его. 260 когда есть, а чё? Он же не знает про это, я ещё подожду. Да, ну, вроде типы нормальные, стоят что-то опять. Нет, они не стоят, они разыгрывали типа зелень, понял? Мы типа Рекс. Мы Рексы. Заебался, не вижу что-то. Да, Крис, беги. Да не, у меня что? У тебя еще и затаранит, и шот даст. Да. Шот дал, как говорится. Ну нормально, не отдали очки. Хорош. 60 АП контрольте, я попробую. Тут СТ-шка какая-то. Вопрос, надо ёбнуть эти две машины. ТТП меня смотрит. Там две машины тут. Я приехал. Гандон. Сынмал, 2-4 ТП и это, сынок. 60 АП когда? Выигрывать. А, нет, там значит одна. Там одна СТ-шка у тебя. Ты пробиваешь, и я пробиваю. СК 63-го. Ну все, ты 1-1. Димон, где ты его, блядь? Подожди, я пушку поставил. Дал? Гандон. Блядь, вовремя. Я бы его в соло убил. Да, я вернулся. Никогда. Короче, Флэбер, ты с ЕБРом, я пошел помогать.
Не, ты Камакс. Я под вас. Тимона, может, катим, катим, катим. Жопа. Да, КД, поляк. Андрей, еду тебе помогать, но я ваншотный. А, там ЕБР Макс. Блядь, ЕБР еще, сука. Не умирай. Ну, ЕБР не будет стрелять больше, потому что он на меня загрелся. А тебя цель? Нафалил два выстрела. Я вижу. И не видел. Там. That inside. Хорош. Так, у меня ноги, мне домой. Мне только спросить. Да. Большая разница, блять, или все залагало. Да, охуенно. Чувак, это рофл, блядь, на каком моменте у меня залагало. Они в городе, они в полгороде убегали. На повороте, блядь, залагало, блядь. Полгорода зацеливайте, это полгорода, зацеливаем. Опа, есть побитие. Там Джоф играет. Да ты перевернешься сегодня? Вертус про. ВПМ, реально. Возьми там, кайфуйте. Жирнич ебаный. Останься уже, сможешь ловить. Не, я ж... А, ну давай. Благола охуенно прям на повороте. Да пошли встречать этих там с красноносом люди едут. Так они в центр поедут, Зулус. Останься в центре, Зулус. Ну да, они еще проехали. Потому что мы вверх убиваем. Ну ладно, нет, где союза, да? Да похуй, ну каток поставить. Не успел. Что и крест подожмем вперед. Да, не вперед поехали. Вперёд. Не, Флагор, ты был не прав очередной раз. А, нет, подожди, это 113. Да. Пойдем с Виной, блядь. Да-да. Получается, нет. О, КС справа. Поехали КС 113. Сейчас он на меня заспеет. Поехали этих убьем, блядь. Там КС у меня строит, ой, с тобой. А, КД. Опять по тебе хуярю. Я тычку дам, заберешь? Давай 113. А, 113. Тут же апнули 113 на лесе? Ну да, на 20 миллиметров ВЛД апнули, это отлично. Макс, ну, вот я спасает. Не пробил его из-за этого. Блять, из-за 20 миллиметров? Ну да. От семёры, да, засейвся, принимает. Я его выиграл лишь тараном. Ой, хорошо. Некогда еще 5 секунд. Опять лагал, да? А, не. Не, ну там реально, там можно на стрим посмотреть. Да, ты сзади, я спереди. Какой момент лаг был, блять? Я только вижу, что он на башке валяется, да ёб твою мать. Я его переворачивал еще полчаса. Это шедевр. Хорош. Опять Андреевский спас, блять, приехал. Праздник такой. Спас, блядь, там Джоф и ПР-1. Виртус про number one. Ебать, тут фугасиком да. Опа, Анатолич. Они играют то же самое. Так это Анатолич. Ну все, заебись, играй. Блядь, тайм лул, Толик, идите нахуй. Играйте, блядь, пожалуйста. Не, давай. Что начали? Давай, Димон, еби. Кто на очке, Биба? Сейчас пизды дадим, блядь. У нас и пятка, молодец, тут. Я себе, блядь, антиквар, здорово. Ладно, тут антиквар, уже... короче, похуй на бои, антиквар зашел к нам. О, хорош, хай, антиквар. Пилик там летит, блядь. Закрой старый рот, не важно. Все, тише, залетим. Ой, я бы не советовал тут выходить. Ну че, похуй, на Толик. Да, пятку откидайте, пятку откидайте, все нормально. Вот эта семерка, если заедет, вы можете мне на таблем семерку заехать, положить ее вдвоем, все внутрь к вам зайдет. На все норм. Просто наказывайте их. Ебятку можете жестче наказать. Стил аккуратно. А все, они снимали твою. Ну ты можешь его наказать, это типа. Блять, а кто мне с ЖД, блять, дает? Как? Да как? Ну а как, блять, как его контролить, блять? Ну его стил. Перевернись к нему, сейчас стил будет контролировать, все нормально. Стил его контроль, все, тише. Все, я ему не дам. Сэр, здорово, спасибо, родной, от души. Мусор, ебаный. Да нормально. А вы не можете пройти убить две машины? Просто вот это ВКшка и ФВ. Убить пятку, он уже один. Я не могу засейвиться от Лула, Лула не выиграл. Дракон Драга, слышали? Да, блядь, мне в жопу, вот Вильф дает, блядь, как вы ему даете выйти? Ладно, давай убьем Вильфа, нахуй. Как вы Вильфу даете мне пизды давать, я не понимаю. А потому что это Валук, блядь. Охуенно. Нам на тебя похуй, а на него нет, блядь. Блядь, нахуя мы опять разделились, я ничего не понимаю. Все правильно. Максим, не надо понимать, расслабуйся. Мы совсем одновременно везде. Не, меня подарочного просто отдали с двух сторон. Да, блядь, драготимый. Блядь, Биба, иди нахуй, ёбаный твой рот, блядь. Давай, за еще один килл, наш.
Не, только Толику нормально. Чтоб ты понимал, вот смотри, у Силика, где вот я его не пробил. Вот еще Аима, как я не пробил. Блять, Анатолич приехал меня добить, блять, крыса нахуй. Короче, тебе пизда давать одному танку вот так приезжать в лову. Блять, сосать у меня на лане нахуй, по КД, блять. Буду все твои ошибки запоминать, блять. И тыкать ебалом тебя нахуй в эти все ошибки, блять. Особенно, блядь, тактические. Ёб всё правильно, мать, блядь. Сюда его, блядь. Прямо да. Вот проебёшь, нахуй, я тебя вызываю сразу же на ковер, блядь. Да. Разъёбан тебя с левшой, нахуй вообще. На дебаты, на этих, как он, на диванах. Так, да-да-да. Антиквар по будем полоскать тебя, блядь. Вот не дай бог проебёшь один матч. Хоть один матч проеби, попробуй, все, пизда, нахуй его. Вам всем пизда, блядь. Ты команде причём? Я, блядь, запомнил все ошибки. Я только взял сильный танк, блядь, а мне дали пизды просто. Ну, одну тычку дал, сильный танк был. Чел, я нормально все было, мне по жопе Вильф давал больше, чем этот самый. Блядь, так сколько каток там заливали, да, подряд? А им хуйня, мне в жопу больше Вильф дал. Короче, антиквар прислал нам 22 222 рубля. Спасибо, антиквар. Тогда на этих, вообще, на танках все похуй. Спасибо, антиквар, хуй. Вообще похуй. Толик, иди нахуй, блядь. Толик, Вильф, а им Силик, иди на лане, все имена знали, все пошли нахуй. На лане попробуй, заработай, блядь. Идите камуфляж, блядь, продавайте. Вот они справа, пошли нахуй. А я думаю, что Дима уже с нулевой ржет. Ему похуй просто. Так, антиквар я там что-то ору, Вильф меня трахает, а Димон сидит, ручки потирает. Вообще, так, антиквар написал, пенсионерам от пенсионера. Вот. Здоровья, пенсионер. Здоровья. Это только нам. Это да ладно, антиквар молодой. Какой у нас там уровень? 16, 17, 18, 19. 15-й был. Ну так что, 4600 очков у меня. Ну да, 5000 было бы очков, кстати, если нормально доиграли. Ну, нет, 4900. А сколько 4985, блядь, да, Булкин был? Вот так. Вот так и говори, блядь. Нет, так это все равно заебись. 4600. Короче, завтра мы не обнуляем, но мы катаем это. Зато мы будем за каждую победу пиздец как много брать. Короче, завтра, если мы сыграем где-то 85 плюс винки, то мы сделаем 2000, и мы, по идее, догоним. Сегодня должна где-то быть планка где-то 7600. А, мы сейчас в роли догоняющего. Конечно. То есть, если завтра мы прям охуенно сыграем 2К, прям вот... Нам 2 дня еще надо охуенно сыграть, да, послезавтра? Нет, а сколько мы пропустили? Ну да. Сколько мы пропустили? Да. 5 дней. 3 дня. Не, больше. Понедельник, вторник, среда, четверг. Нет, там с 2 числа он стартанул, я. А, да? Да. Бля, прям на гору поедем. А пробивать? Давай 2-6-0, короче, куда-то первого. Лучше давайте 2-6-0 выебем. Давай просто выебем 2-6-0. Я допью. Пиши свой путь максимум отвергай. Молодец. Блять, левша, да, ебаный рот, нахуй. Ты же не даешь мне, блять, стрелять. Ты можешь в бок куда-то уйти, еб твою мать. Блять, это поебина. Это идиот, блять, который видит, что я там поднимаюсь. На самом деле, если мы за минуту выиграем, мы еще одну катку можем. Можете пофорсить, типа, как можете. Ну, по фокусу. Вы еще выиграете, блять, сначала. Ну, понятно. Скоро зайдешься, левша? 5 секунд. Пошли ты с тобой, я поеду, Макс тут останется. Пиши горку выиграем. Я потанкую его. Гоу-гоу, поехали. Ну да, оба КД, они оба КД. 9-7 можете откидать? Да, он на КД был. Да, 9-7, гоу. Здорово, здорово. Баш? А, я ну, страховал. Альфа охуенная, да, у меня вылетела? Ну, бывает, дай ему еще этому. Влияй и все. Найс. Даже сколько у меня альфа по 9-7 вышло? А, 300... А, 339. Попробуйте добить, и если я кнопку успею нажать за 10 секунд. Именно готовы ставить. Да. А у грани не танк. Ну, без разницы, грани. Грань, возьми, грань возьми любой танк. Просто любой готовый. Танк. Может, просто любой танк. Просто любой танк возьми. Да не, не успеем уже 0-0 через 5 секунд. Я же дым бою проебал. Старый, это пиздец, он такой идиот. Я поднимаюсь на гору, он мне в лоб... И он нет, он мне просто в лоб едет, ты понимаешь? Ему вообще похуй. Старый трамвай. Блядь, я тебе уступаю, блядь, влево или вправо. Куда ты прямо едешь, блядь? Хуйню делаешь. Мне нужно выскакивать и ДПМить, блядь. Так, ну смотри, в итоге у меня 4741 очко. Блядь, со 2 числа ивент, так мы же могли играть.
Так, бля, чему блядь, ивент проебали? В самом начале ивента блядь, писал. Второго, третьего. Мы могли играть второго, третьего, четвертого, ебаный рот. Вот это да. Охуеть. Пятого, шестого, седьмого были съемки, восьмого, ну, девятого, ебать. Ебаный рот. Ты на кормильце катался, у тебя важные дела были. Да никак, богу на этого кормильца, он бесконечный, блядь. А так мы кланом еще. Получается, все, всем спасибо. Бесконечный кормилец. Получается, спасибо, да. Кланы, спасибо, ребят. 27-е уже. До завтра, получается. До завтра. Время, короче, в конце уточним. Спасибо, кто смотрел, кто там поддерживал. Время встречи изменить нельзя. Отдельное спасибо большое. Да, давайте, давайте. Пока-пока. Пока я останусь кормильцем. Давайте. Блядь.